Чуть я представлю. Если кто-то второй кабинет, мы там на самом деле отправим. Расстроил бы ЖКХ, пришел Петя Башнич, Харин, Башнич, Башнич, Басанович, мистер Харлович. Уважаемый Артем Алексеевич, уважаемые друзья, мы искренне рады приветствовать вас в Минске. Знаю, что для вас, Артем Алексеевич, это не просто рабочий визит. Впервые ступая на нашу землю в качестве руководителя российского региона, вы прикасаетесь к героической истории своей семьи. Беларусь помнит совершенный в годы Отечественной войны подвиг старшего сержанта Сдунова Василия Федоровича, кстати, Героя Советского Союза. Поэтому я искренне приветствую вашу инициативу установить побратимские связи между Червинским районом Минской области, где воевал брат вашего дедушки и его родины, Атяшевским муниципальным районом Мордовии. А наши баталии сегодня продолжаются в полях, на заводах, культурно-информационных сферах, в школах, университетах, за нашу правду, наши перспективы развития, наше право быть суверенными и независимыми. Все это будет, если будем иметь сильную экономику. Это база всего. В прошлом году мы достигли рекордного товарооборота под 90 миллионов долларов, но уже вот по итогам 8 месяцев 2023 года этого заметно превысили этот порог. Темп роста почти 300% или 115 миллионов долларов. Причем это далеко не предел, ресурсов для дальнейшего развития в этом плане у нас достаточно. Традиционно мы активно сотрудничаем в машиностроении, металлургии, химии, нефтехимии, электронике, агропромышленном комплексе. Почти 15% потребностей Беларуси в оптоволокне также обеспечивается из вашего региона. Я особо благодарю вас за оперативно оказанную помощь в поставках для нужд Беларускали и других белорусских предприятий железнодорожных вагонов. Наши субъекты хозяйственные, в свою очередь, экспортируют широкую гамму продукции машина и станкостроения, деревообработки, химической, легкой промышленности, сельскохозяйственное сырье, продукты питания. Явный пробел в наших отношениях – отсутствие двусторонних производственно-кооперационных проектов. Я внимание своего правительства на это обращал. Они, я думаю, вам уже рассказали об этом. Но именно сейчас наступило самое подходящее время для развития промышленной кооперации. В первую очередь, совместных импортозамещающих производств, перспективных производств. Тем более, как мне докладывают, Мордовия входит в число лидеров в России по доле инновационной продукции в объеме промпроизводства. Инновационные флагманы республики, оптоволокно и фармацевтика, безусловно, представляют для нас большой интерес. Какие вообще у нас возможности вместе развивать эти темы? Над этим нам надо подумать и решить эту проблему. Нам интересен опыт работы недавно созданного во свободной экономической зоны. У нас есть такие площадки в каждой области Беларуси. Мы могли бы участвовать в создании совместных предприятий микроэлектроники. Соответствующие компетенции в Беларуси сохранили еще со времен СССР и сегодня успешно развиваются. Кроме того, нашим специалистам было бы интересно ознакомиться и поучаствовать в создании в Мордовии федерального биотехнологического центра. Мы имеем опыт работы в этой сфере и планируем развернуть в Беларуси на базе сегодняшней белорусской национальной биотехнологической компании целый биотехнологический кластер. Да и с учетом пандемии во всем мире тема лекарственной безопасности приобрела особое значение, которое будет только возрастать. Это одна из инвестиций в будущее не только наших стран, но и всего мира. Вы также, наверное, в курсе, что мы сейчас активно работаем с российскими партнерами над концепцией создания самолета для региональных перевозок. Возможно, с учетом вашего производственного потенциала, мы могли бы найти точки соприкосновения и по данному вопросу. Заинтересованные в сотрудничестве с компанией «Русхиммаш» по развитию литейного производства, выпуску оборудования для химической промышленности.
готовы поделиться опытом технологиями использования вторичных ресурсов, включая синтетическое РДФ-топливо для получения тепловой энергии. Тема непростая, но очень-очень перспективная. Приветствуем вашу инициативу по созданию многофункционального центра по реализации и техническому сопровождению техники белорусского производства. Считаю весьма полезным обмен опытом в области органического земледелия, современных агротехнологий и переработки сельхозпродукции, селекционной работы и племенного дела. Мы также могли бы расширять сотрудничество по поставкам сельхозпродукции и продовольствия. Уверен, можно найти новые возможности для работы в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства. В этих сферах у нас с вами, к сожалению, пока не паханное поле. И надо с чего-то начинать. Убежден, что пришло время также активно развивать взаимодействие по всему спектру гуманитарного сотрудничества. Наука, образование, культура, искусство, побратимские связи, спорт, туризм. Но самое важное – дать возможность общаться нашей молодежи. Знаю, в ноябре на ВДНХ в Москве в рамках международной выставки форума «Россия в Мордовии» представит лучшие свои достижения. Я предлагаю поручить нашим правительствам в это же время провести встречу на площадке ВДНХ и актуализировать совместные договоренности. К слову, мы недавно серьезно обновили национальный павильон, будем рады вас встретить в этом павильоне. Как вы видите, интересных тем для сотрудничества много, и на ближайшую, и на отдаленную перспективу. Все, о чем мы договоримся, будьте уверены, будет исполнено. Поэтому нам очень важно, чтобы ваш визит в Беларусь был наполнен конкретными договоренностями. Мы к этому готовы, в том числе и для принятия решения сегодня, встречаясь с вами, если в этом возникнет необходимость. Пожалуйста, Артем. Большое спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, мы действительно очень тщательно подготовились к нашему визиту. И приехав в Минск, я в Минске второй раз, первый раз был чуть менее 10 лет назад, видим значительное улучшение просто инфраструктуры и атмосфера, которая сейчас в городе. Скажу, что мы не только уделяли время деловой программе, мы внимательно прошли по городу пешком. Я в который раз всегда и говорю своим коллегам, обратите внимание на чистоту, на торжественность города, настоящий столичный город. Мы тоже внимательно стараемся следить за развитием инфраструктуры города Саранска, других городов нашей республики. Мы стараемся развивать кадры, привлекать кадры и делать упор, конечно, на высокотехнологическое производство, потому что Мордовия не имеет богатых минеральных ресурсов, но наша сила несколько в другом. И вы заметили, что действительно мы движемся в части развития высокотехнологичной продукции, фармацевтики, оптоволокна. Это то, что мы имеем явное преимущество на пространстве не только России, но и стран СНГ и Евразэс. Я еще раз хочу вас поблагодарить за ваше время и за внимание к нашей делегации.